С 1 августа в России приняли закон, который дает право Федеральной службе безопасности получать доступ к личным данным пользователей, которые зарегистрированы на российских интернет-ресурсах. Закон также обязует владельцев сайтов сохранять личную информацию пользователей и передавать ее спецслужбам. Социальная сеть ВКонтакте также входит в данный список. ВК ежедневно посещают 60 миллионов человек, а это для сравнения все население Италии. Как заявляет пресс-служба соцсети, что 60% пользователей проживает на территории Российской Федерации, а остальные 40% занимают другие страны СНГ, в том числе и Украина. Поэтому правительство Российской Федерации имеет полный доступ к вашим данным, личным перепискам, логинам и паролям. Интересно, станут ли жители Чернигова удалять свои странички из ВКонтакте из-за этого закона и переходить на другие социальные сети? У меня нет такой прям серьезной информации, я никогда ничего такого личного особо не пишу ВКонтакте, но я бы, наверное, удалила бы страницу. Если вот настолько все серьезно, я думаю, что стоит переходить, потому что мне будет неприятно лично, если какие-то мои личные сообщения, какие-то личные мои пароли будут слиты в спецслужбу. Ну, я думаю, что страницу я удалю, но на другие социальные сети я переходить не буду. Мне не нравится то, что Российская Федерация будет просматривать мои личные сообщения, мои личные данные, я буду удаляться из сайта ВКонтакте и переходить на Facebook. Мне не нравится это решение, поэтому я буду переходить на другие социальные сети. По-моему, это моя личная информация, я только один имею право ее смотреть. Насчет того, буду я удалять страницу или нет, конечно буду, это моя личная информация. Буду переходить на американские сети, ну, такие как Facebook. Я буду удаляться из ВКонтакта. Мне не нравится эта идея, я, наверное, скорее всего, перейду на другую сеть, например, на Facebook. Мне не нравится, что Российская Федерация будет просматривать мои личные данные, мои сообщения и все такое, поэтому я буду переходить на какие-то другие социальные сети. Конечно же, это неправильно, поскольку почему наши личные данные должны быть у Российской Федерации, ведь мы в Украине живем, как бы. Ну, это совсем неправильно. Кажется, это очень плохой закон. И я, конечно, буду удаляться из ВКонтакта и переходить куда-то в другие соцсети. Мне не нравится то, что российские власти будут просматривать наши странички, и я буду удаляться из ВК. Я лично удалять страницу собираюсь, да. Перейду, может, на Facebook. В любом случае, я абсолютно против, чтобы кто-либо просматривал мою личную информацию, мои фотографии, сообщения и тому прочее. Тем более, я считаю, что они не имеют никакого права на это, и я, скорее всего, буду удаляться из таких сетей, как ВКонтакте, и переходить, наверное, на Facebook. Мне не нравится. Я буду удаляться из ВКонтакта и переходить в Facebook или в другие социальные сети. Я удалюсь из ВКонтакта и буду переходить на Facebook, потому что русские — это уже в край обнаглели. Основная масса пользователей ВКонтакте, а именно молодые люди, крайне негативно отнеслась к данному новому законопроекту и в дальнейшем планирует удалять свои странички из социальных сетей. А удалите ли вы?